На 158-м километре автодороги России автомашина ВАЗ-2112 на полном ходу врезалась в столб. Водитель «Лады», 25-летний мужчина, погиб на месте. Причиной трагедии стал гололед и лысая резина на колесах ВАЗа. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю. Ночные заморозки небезопасны. В региональном следственном комитете завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенной группой лиц убийстве, совершенной группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление. По версии следствия, в октябре 2021 года трое мужчин крыли кровлю на строящемся объекте в деревне Рябеево, ночевали в бытовке. Именно там между работниками произошел конфликт. Двое избили третьего. Чтобы скрыть содеянное, они связали потерпевшего и отвели к реке, где утопили. Благодаря тесному взаимодействию следователей-криминалистов Следственного управления Следственного комитета, сотрудниками областного управления МВД, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств были собраны доказательства причастности лиц к совершению преступлений. В ходе предварительного расследования следователям СК проведено более 7 судебных экспертиз, допрошено более 20 свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.